Спорим с мужем, я не чувствую габариты нашей большой машины и отказываюсь на ней ездить. Хочу маленькую. Он говорит, езди чаще, будешь чувствовать. Как думаете, он прав? Несомненно, конечно же, он прав. Человек, он такое существо, которое ко всему привыкает. И та машина, которая сейчас для вас кажется большой, буквально через несколько недель может показаться стандартной. А после того, как вы как бы якобы с этой стандартной машины сядете на другую, которая больше, вам она покажется большой. Но когда вы поедете на ней, вроде бы тоже ничего, понимаете? На самом деле это так. У вас есть зеркала, в любом автомобиле они быть должны, они должны быть правильно настроены. И нужно, конечно, пару бы занятий покататься по площадке, на площадке на какой-нибудь, и поделать какие-то определенные упражнения. Какие вы можете посмотреть на моем канале, есть плейлисты, заходите в плейлисты, выбирайте габариты автомобиля. Я там даю прям с первого ролика, смотрите, они все пронумерованы, их около 17 по габаритам. Пожалуйста, смотрите, изучайте. Как понять расстояние до капота? Там есть упражнение «Узкий коридор», есть упражнение «Маятник». Поделайте змейку передним ходом на своем автомобиле, задним. То есть приехайте на автодром, пусть вам муж привезет эту машину, якобы большую, на автодром. Может, она действительно большая, это я как бы так говорю условно. Вот. И вы на ней, и вы на этой площадке до часов 5-10 отзанимаетесь. Вот все разные вот эти моменты. Баночку подавите, то же самое, 7-м номером посмотрите в данном плейлисте ролик. Упражнение называется «Задави банку», я его назвал. Поиграйтесь. А только потом выезжайте в город. И когда вы недельку-две на нем поездите в этом городе, поверьте, вы вообще забудете, что как, что-то вы там боялись. Ну, у вас основные-то страхи какие-то останутся, но они уже не будут связаны с габаритами данного автомобиля. И еще момент, не лезем сразу в сложное. Да, от легкого к сложному. Поэтому я говорю сначала на площадку, потом уже где-нибудь по свободным дорогам. Не надо лезть в узкие дворы пока. Пока не надо. Действительно, недельки две надо поездить, более-менее почувствовать габарит, как не месячишка. А потом уже усложнять.